день рождения Корнея Ивановича Чуковского как повод похвастаться подстаканником. Майдадыр. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку, я за книжку-то бежать и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, но пузатый от меня убежал, как от огня. Боже, боже, что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится, и несется кувырком. Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнулью остался, и сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый Майдадыр, умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат, в эту комнату толпою умывальники влетят, и залают, и забоют, и ногами застучат. И тебе головомойку неумытому дадут, прямо в мойку с головой окунут. Он ударил в медный таз и вскричал: «Кара, барас!» И сейчас же щетки затрещали, как трещотки. И давай меня тереть, приговаривать: «Моем трубочиста, чисто-чисто, будет трубочист, чист-чист». Тут и мыло подскочило, и вцепилась в волоса, и юлила, и мылила, и кусала, как оса. А от бешеной мочалки я помчался, как от палки. А она за мной, по садовой, по сенной, я к таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мною мчится и кусает, как волчица. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил, он с Сатошей и Кокошей полей проходил, и мочалку словно галку проглотил. А потом как зарычит на меня, как ногами застучит на меня. «Уходи-ка ты домой», — говорит, «да лицо свое умой», — говорит, «а не то как налечу», — говорит, «рассопчу и проглочу», — говорит. Как пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять. Мылом умывался без конца, смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. И сейчас же брюки так и прыгнули мне в руки. А за ними пирожок, ну-ка съешь меня, дружок. А за ним и бутерброд подскочил и прямо в рот. Вот и книжка воротилась и тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый Майдадыр, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорил: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты, грязнуля, Майдадыра угодил. Надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистым стыд и срам. Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться. В ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане. И в ванне, и в бане, всегда и везде, вечная слава в воде».